Ну что ж, привет, продолжаем проходить Dead Space ремейк. Ой, который мне как бы 50 на 50. Бегает. Бегун ебаный. Но она мне больше не нравится, чем нравится. То есть, так. Isaac, we have a problem. The Valor's carrying a 12-megaton warhead. The crash hit the torpedo bay hard. I need you to handle that. А не нравится нам и тем, что они добавили вот этот вот побочки, которые надо ходить и просто смотреть на пиздеж. Почему его не сделать вот просто вот во время сюжетного прохождения, да? А блять, отдельно. Будто, блять, это совершенно другая история. Та же история, блять, все тоже понятно. Мне бы лучше патроны на это давали, и аптечки. Ладно, пока так, потом передумаем. Вообще вот это возьму, она отталкивает. Пожрать хочу. On their armor. When they were turned, those units merged right into their bodies, changed them. They're fucking fast, Isaac. Stay sharp. Так, не на лифт, а здесь что у нас? Комната. А, вот, здесь его захуярил. This is Commander Cadigan to all hands. We have been boarded by hostile forces. Hostiles are alien. Repeat, alien and extremely dangerous. All personnel to arms. Fire at will. Блять.
Так. Все, теперь можно. Давай пилы поставим. Ага. Mr. Clark? Hello? I must speak with you. Who is this? Dr. Terence Kine, the Ishimura's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. Caution. Radiation hazard. Doesn't add up. If the Valor was just on patrol, why bring a nuke? And if they had a target, what's out here except us? Yeah, I know. I'm downloading a munitions report right now. I'll clear your route to the engine room. Grab that singularity core and let's get out of here. Блять, сохрани сохранение, блять. Гори, на.
не туда, да? А, ну где даже вот этот уровень со стрельбой вообще позорище какой-то. Так, сейчас соберу здесь все. Так, что здесь больше ничего нет? Так, ну тогда мне с первого раза получилось. Сейчас попробуем. Shooting range online. Caution. Live fire exercise. Contact maintenance. Вам еще надо с этой пушки добить. А, ну вот и все, все открылось. Вот вообще без напряга, то есть, блин, попал я, не попал, вообще насрать. Похую, блядь. В чем-то прикол этого тира был вообще. Если раньше это была такая типа пародия на Обитель зла 4, то сейчас это вообще хуй пойми чё. Так, чё там у меня, значит, так, нет, автомат, ага.
Я могу всем помочь, блять, а? Нет? Ну и ладно. Ты там мог что-то на, ты сука. Кости, Чен, дебил, блять, конченый. Чен, блять. А, чё, блять, с Ченом у вас секаса, блять, было? Или чё, блять, заебал ты меня? Чен, да Чен, блять. Член. Так, здесь как? Давай, давай, давай. Чувак скончался. Так, 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 так. Кажется, сейчас как здесь начнут бегать. Да, здесь начнут бегать. Ага. Это нету, подобрали, да? Спасательную капсулу. Здесь не, хоть не как старые. Старые, это я помню, здесь самое жесткое, бля, было. В этом сраном коридорчике. Unknown biohazard detected.
Это типа все. Че мне там по патронам? Valor's re-mission log. It wasn't just a nuke. They came loaded for war, seek and destroy. This was no patrol. They knew about the Ishimura. Someone knew. We were all dead from the moment we arrived. Пушку вообще, бля, потрофил. Хотя есть только бочек, может и... бочками хуячить. Ну и ладно, и так справился. Лаги, блядь. Заебал с фейсами, лагами. Столько времени, блядь, прошло. Могли бы и починить лаги, блядь.
Да бля, 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 бля. Сука. Не под тот угол встал и все, блядь, пизда нахуй. Чё это огонь затупил, блядь? Замечательно, да. Может он ещё один затупил? Ну да, смотри. Ебаный в рот! Это включает. Инвентарь освободился, ну да. Вот это вот жонглирование туда-сюда оружия не очень-то удобно. Another malfunction. At the Ishimura's in the red. Someone get the door open. Chen? Давалися у Чена, блядь. Help me get him to the Kelly. Блядь, ну из-за этого убьют не так просто. Да. Хуйня, конечно. Там его здоровяк разрывает в первой части. А тут... Him and Vitals, they just flatlined. He... Him is gone.
Да, Хэммонд 10 везде. С Ченом, блядь. Стали едины. Warning. Primary systems failure. Evacuate. Подожди, мне же надо сохраниться. А потом уже ори, что мне там надо сделать. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Warning. Primary systems failure. Что там за кукла, бля? Warning. Critical overload in main electrical grid. Вот и вернулся в руку. Isaac, come in. I'm here. Fuck, that was close. Chen, Johnson, now Hammond. And I'm tracking movement from the Valor. I think some of those mutated soldiers made it on board. What about the Valor's singularity core? It's covered in blood. But I got it. God. I hope Hammond was right about that shuttle. He said it was on the crew deck. Along with every unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Isaac, something's up, but we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. Так, все, девятая глава пройдена. Конец книги. И теперь у нас появились побочки. Да? Вот так. Exiting zero gravity. Ну
Чё-то она не отображается. Так, теперь если опять я щелкну это. Не отражается. Ладно, а в чё-то обсуди это искать. Fuck it up, ага, понятно. Master Security. Ага. Ладно. Там по пути разберемся. Ну на этом все. 9-я глава закончилась. Блин, начинается. 10-я. Ну все. Удачи вам всем дня. А я с вами прощаюсь. До свидания.